Всем привет, с вами Димаста. И сегодня я решил играть в игру The Island. Точнее, не просто играть, а проходить ее. Артём подключится ко мне потом, как только я пройду первую главу. Будем вместе с ним проходить The Island. По частям. Погнали. Постоянно смотрите, нет ли где полезных предметов. Так. Так, что тут у нас? О. Здесь еще можно там модифицировать оружие, там его улучшать как-то. И так далее. Еще много функций, так. Надо выбить дверь. Так. Я туплю. А, во, вот так. Ага. Так, берем всякую хрень. Я думаю, нам пригодится. Давайте будем быстрее. Дверь закрыта. Найдите фойе лифта. Так. Какой-то ролик. Смотрим. Вообще, я полностью Дисланд не проходил. Я где-то до половины, может, проходил когда-то давно. Погнали. Так. Открыть люк шахты лифта. Удерживайте А. Лифт рухнул. Отлично. Зомбак. Но я упал еще ниже. Кстати, вот я так и не понял, кто хорошо. Это говорит. Я представлюсь позже. Сейчас надо вытаскивать тебя отсюда. Полгода прошел, а так и не понял, кто это вообще. Доверься мне. Сначала тебе нужно разжиться оружием. Поищи его в складской служебке в конце коридора. И на твоем месте я бы поторопился. Давай. Так. А, давай. Окей. Труп. Ой, лаганула. Опять лаганула, тварь. Что за хрень? Зависание, зависание, тварь. Что за хрень? От чего так резко начало виснуть? Все было ж нормально, тварь. А. Офигеть. О, все отвисло. Фу, блин, капец. Что за хрень? Вот оружие раздобыл. Ключ гаечный. Где зараженная? А! Окей. Чуть дальше. Чуть дальше это куда? Туда? Ага, вот и вонючие зомбаки. Но я думал, он успеет. Дверь не забудь закрыть, дебил. Отлично. А, ну ладно. Тупой зомбак. Окей. Загрузка, курорт. Подождем, пока загрузится. Играет тупая музыка, которая меня бесит. А еще у меня глючит меню. О боже. Погоди! Ты меня слышишь? Я тебя слышу. Нет, я не понимаю. Моя твоя не понимает. Я повторять не буду. О, ну слава богу. Очкастая мразь. Я херовенький, но доктор, а не палач. Отлично. Надо сваливать отсюда. Куда-нибудь подальше. Почему вы ничего не делаете? Чё, вы ничего не делаете? Мы не можем бросить его. Он спас тебя. Ты ему жизнью обязан. Угу. Окей, да.
Мы можем выступить на закате. Если не собираешься... Да-да-да, окей-окей. Пропустить. Найдите оружие. Оружие. Где его взять? А, весло, окей. Погнали. 3, 2, 1, давай, погнал. На счет 3. Ну. Раз, два, твою мать! Тварь. На тебе веслом бушки, на, мразь. Сдохни. И, кстати, зомбаки такие вообще выживаемые, если честно. Не то, что, например, вот в том же Left 4 Dead, их там убиваешь, там, один удар, они сдохнут. Здесь надо сделать пару сотен ударов, чтобы он сдох. На тебе, тварь. Не пару сотен ударов, конечно, но удара 3, 4, может, 5. Сейчас смотри, как попадешь. Надо гибло свести, я тоже сейчас сожру. На, тут вообще, кстати, медленное время такое идет, если попадаешь там в какую-нибудь точку, типа, в голову там ему, типа, перебиваешь или кость ломаешь. Еще один очередной ролик. Так, нажми спейс для пропуска этого ролика. О, зомбак встал. Последний. Слава богу. Спасибо, парни. Ага. Акт первый. Так, я пропущу ролик. Мы не думали, что у тебя все получится. Неплохо. У меня новый уровень. Теперь я пока что поставлю паузу. Подожду, пока присоединится Артём. Так. Секунду. Все, Артём присоединился. Вот он. Лысый говнюк. Сам ты лысый говнюк, ладно. Хоть же сказал всем привет, там, не знаю, что я что-нибудь. Я сказал всем привет. Тебе было хреново слышно, ты мразь, потому что лысая. Так, давай убьем у него задание. Меня зовут Джон. Я здесь главный петух. Ладно. По радио мне сказали, что ты влип в говно. Ладно, хватит нести фигню. А то наркомания какая-то получается. Я не знаю, кто ты. Откуда ты знаешь парня с радио? Парня с радио. Он наша единственная связь с внешним миром. Не начинаю терпеть чёрнов сигнал. Ой, терпеть. Терять, то есть, а не терпеть. Ну что там делаешь, дебил? Бери. Негрская рожа. Не, ну если я не расист, это просто. Здарь, у тебя негр, поэтому мод гвоздит. Если честно, то в реальности я в России живу. Да. Ну все, ладно, пошутили. Хотя, может, и нет, может быть, ты негр. Я же не знаю. Я специально его пикнул. Ой, пикнул. Я уже доты. Ладно, погнали. Задрот доты. Ладно, пошли. Лысая тварь. Метла. Буду убивать метлой, зомбаков. Тыкать в глаза. Как в Майнкрафт. О, первый зомби. Итак, ты чё, лысый? На тебе в башку, бродяга. Они так, конечно, падают. Метла, ха. Я, короче, сейчас пойду избивать всех зомбаков. Батарея LP4000. Что это за говно? Это компьютер. Чё, тварь? Ты чё, тварь, офигела? На тебе, мразь! А, он уже сдох. Ладно. Ха! Тут два зомби, это три. Может, так в прыжке ему подпрыгивает, так на ему по башке, на, тварь. Игра очень интересная, лично я ее полностью проходил. Я нет. Но я не буду говорить сюжет, что там в конце. Ну я знаю, что там в конце, но я не проходил до конца. Я просто видео смотрел. Да и мне друзья говорили. Но... Ну, не буду раскрывать, потому что кто-то еще и даже мне не играл, но или не проходил, я не знаю. Или просто так смотрит, зачем вообще он это смотрит, я не знаю. Просто так, может, чтобы поржать со школьников, да. Чтобы поржать со школьников. Как они играют до тысла. Так, сейчас будет очень печально. Кого-то день не сдался, да. Этот чувак убил всю семью свою. Петушара. Моя жена, мой отец, мой родной брат. О, Господи, ну что же я могу сделать? Дать ему убить меня? Почему вы на меня так смотрите?
Потому что ты лысый мраз. А у кого-то едет крыша. Иди засними, как я ломаю дверь. Быстрее, тварь. Где? В доме, я в дом зашел, я в него тут зашел. Оборвал. Подожди, ты офигел? Какого фига, без меня Иван зашел? Ты вообще сил, что ли, я тебе сейчас это зарежу. У меня ножик есть. Как овечка тебя зарежу, как барашка тебя зарежу, понимаешь? Я тебя зарежу. Черный барашек. Ха! Работает слад. Маленький Петя! Петя напал! Я в глаз ножом втыкнул, а ты воздух держал в руках. На! Я на записи обязательно посмотрю. Это выглядит так упорото, если честно, со стороны вообще, когда тебя зомба хватает. Они это не проработали, кстати. Знаешь, это как колония... Ой, как в АУП, короче, помнишь эти? Лицехваты. Да-да-да, на выживание. Ну, кто знает, тот поймет, короче. Ну, навряд ли кто-то, кроме нас, смотрел, как убивает лицехват. А со ты что, его сестра? Выживание, я не знаю, она застряла в текстурке. Сестра, ты что? Насквозь смотри в текстурках. На, типа, надел. Я, кстати, уже ножик наполовину испортил. Втыкая в трупы просто тупо. Втыкая? Ты не графил? Нет. Сам ты не графил. Лысая тварь. Лысая тварь. Ещё один занимат. Жать! Да сдохни уже, Христа ради! Ладно, мы постараемся. Да сдохни уже, Христа ради. Он такой, на, мразь! Сейчас сюда там. Замок вперёд. На! На тебе, тварь, на! Я ей перелом. О, тут слишком много пацанов. Это чёткие пацаны. Лысые твари. На, мразь! Другой по лицу. У меня аж весло сломалось, все крови. О, отлично, дом. Кстати, графа немножко будет, конечно, не такая, как у нас. Я люблю в дома заходить. Я в реальной жизни тоже в дома заходил. О! Музыка играет. Че там? А тебе придется вставлять черный квадрат. В смысле? Вау. Метку 18+. Ах ты маленький! Сутенер! Пошел вон! Смотри, смотри. Может тебя сфоткать? На, мразь! Чё у него красные глаза, интересно? Слышишь, знаешь, прикол этот, где Мишутка такой из кустов торчит и говорит слово. Нет. А! Да, знаю. Я туплю. Чё нам в ванне тут сдохло? Да и норм. Я башку сломал. Чё я не могу открыть эту хрень? Растрабил. Растрабил. Картавый Артём. Ладно. Я тебя не выпущу. Я своей текстуркой закрыл дверь, все. Чё она? Слышь, ты тварь лысая. Я все равно прошел. Блин, я застрял в текстурке. В портфеле. Чё? Текстурки. Сутенёры! Меня грызет тварь, на. Слышишь, тут зомби дробовик. Метла. На, Иман, тебе метлой похари, Иман. На! На, мразь! А, я знаю кунг-фу! Меня! Меня опять ели, мразь. На тебе башку, я башку. У меня уже нож сломался, тварь. На, с руки просто в сухую. Ломал. Как можно кулаком убить кого-то вообще? Возможно, если до смерти забить. Да, ну, на, по башке тебе. Метлой. Не, ну метлой это реально убить. Подходишь в башку, хрясь! В глаз прям, знаешь. На. О боже, ты знаешь, что это было? Короче, если б я снимал, ты бы увидел. В общем, он встает на твою текстурку и падает. Смотри, слышишь? Стой. Засними этот красивый. Да, четко. Это так, теперь кажется мне... Правда, вот тот низкополигональный город без палева. Да, и горы. Да, окей. Смотри, слышишь, как я умею? Я этот... Джонни Депп. Кстати, текстурки вообще тупые. I believe I can fly! Как? Какого хрена? Слышь, я не понял. Реалистичная игра! Ну, вообще-то, знаешь, Артём, когда я падал с метро высоты, я знаю. Он вздыхает, а когда падает с 20-метровой... Там зона такая. Вот лол. Ну, я так понял. Пипец, ну ты, конечно, прыгаешь. Так, коленки так, бум-бум, я не знаю. Как это даже... Все, тихо, ты справился? Отлично, тогда может и все потеряно, бля.
На тебе. Вот, гвозди. Ну что, готов? Что? Конечно. Готовы? Конечно. Да, да, все, пошел вон. Стой! Вперед! Стой, лох! Пошли! Там сам квест. Лох. Я квест взял. Нет. Да ты дебил, второй! Сам дебил. Кстати, похарик. Тут мужик дам метелкой. Ха, мам. Смотри, ага, мега пепси. Ха! Какого хрена? Такого еще не было! Какого хрена? Какого вот хрена? Вот какого хрена, тварь? Забыл. Ты сидишь на стуле без... На стуле без стылки. На стуле, выхазы. По одной скиде снег выписка один. Кархалый Артём. Школьник 2-8. Ладно, всем пока, с вами был Говнясно. Пошел уже. Смотрите, зомби топ геймер. Ха, блять, с ноги. Ладно, нет, слышишь? Прохождение будет веселое. Будешь по туалетам ползать? Там, кстати, может что-нибудь найти. Кроме сейчас... говна. Это, кстати, не туалет, это вообще-то эти раздевалки. Я знаю, для переодевания. Да. Смотри, я сейчас сундук найду. Блять! Нашел сундук, на меня зомби выскочил. Лохче. А почему тут спальный мешок? Кто-то спал. Знаешь, бомж пришел. Такой, знаешь, сначала я полежу, так тут что-то открыто, все закрыто. Кошелек кто-то оставил. Там 11 баксов. Как много? Бомжи. Изношенное весло. Так, давай метлу на весло поменяем. Лови. Лол. В лицо тебе. О, только не эта вонючая машина. Нужно уж чтобы упнуть противника. Пошли. Посмотрите на противника. Все, я метлу взял в руку. Что тебе не нравится? На. Смотри, у него что-то есть в руке. О, ах ты маленький. Надо его вообще избить. Я пошел. Это палка. Это палка. Пока они мужика не убили. Ты тварь, пошел вон. На, мразь. У меня хп мало. На, по башке. На, с ноги, как матрица. Помогите! Помогите! Он орёт так, ман, не знаю. Вот это ему... Ему, знаешь, на свою знаю, жизнь насрать? Они же машину не ломали. Чё пришёл-то, бля? Лысый, бля. Чё, бля? Ладно, я пошёл. Ох, дьявол, господи. Хорошее настроение. Как бы вы не проходили я здесь, я бы сдох. Я процессор у него воровал, всё. У него восьмая винда стоит, говно. Вообще, кстати, восьмая вина это говнище полное так-то. Чё, ну, двери? Лично мое мнение, это только мое мнение. Да, и мое тоже, так что можете сказать, типа, фу, вы школьники, вы ничего не знаете там. Ну, не, лучше так, конечно, не говорить. Ну это я так! Ну школьник это так, просто Артём у нас, а я нет. А он мужик, да! Ну мне же не 8 лет. Ну да, мне 6, так что чё ты гонишь на меня? Ладно, пошли. Вообще младших надо. Я а ты ничего все. Себе на верстаке не хочешь сделать, блядь? Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Видимо, сказал, берите что хотите. Все, я доску пошел, я купаться так. Модернизировать, играть. Пошли покупаемся. У меня доска есть. Вместо того, чтобы убивать зомби, пошли купаться. Люк, ты слышишь меня? Тебе удалось насрать? Ну, 20-й купол. Шутка от бога. Все, поехали на машину. Че она сломана, лох? Ха! Смотри. На тебе в глаз, тварь. У нее рот так перекосился. Тут нам орёт. О, быстрые зомби. Вот эти мрази меня в натуре бесят. У меня вообще пофиг на них. Да, иди убивай их один, да, давай. Давай, чё ты, ман? Я тебя порешаю, как овечку зарежу, вообще, короче, пошел нафиг вон, тварь. На, в башку прямо! Ну ладно. Это легла отдохнуть, слышь, ты чё, нет. Пошли, негр. Я её текстурку... Пошли, негр. Труба. На, мразь, трубой по лесу. На, нафиг. Всё, давай, слышишь? У нифига тут зомби, ладно, давай, удачи тебе, добраться. На, мразь! У меня нож уже из этот. На куски изорван.
А, меня грызет тварь, на тебя по башке. Артём, ты офигел? Урод. Чего? Пусть они тебя сожрут там. Ааа, учкостик сока проходит, блядь. Я, кстати, видел этот. Немного, ну как, почти. Он только берет, просто стенку бьет. На, мразь! Если что, желтая линия... О, видал, что я нашел, смотри. Если что, желтая линия под ХП зомби, это усталость, как и у людей. Да? Когда она у них заканчивается, они падают. А я не знал. О, нифига. Прошел пол игры, но не знал, что это за хрень. Печаль, беда. Я вообще к концу узнал. Смотри, ха. Давай, да. Маста, давай, вы, давай, слышь, прибереги ее. Сейчас будет Петя. Блин, ха! Ха! Как ты ее взорвал? Я взял, кинул палку в нее. Логика, да, но... Кинул палку, взорвал. Тем не менее, просто палку острую. Сношенный. Да, да. Беспалевно такой пистолет достал. Так, знаешь, беспалево, оп. А, я палку. Какие читы? Какие читы? Пацаны! Не тратить, стой, не надо ее взрывать. Хватит. Там, кстати, сейчас этот будет петух там один. А, спойлеры. А, меня едят! Help me! Это вы не знаешь, это... Кого-то ты с ней целуешься. Да пошел ты, лох! Не, я серьезно, я тебе говорю, знаешь, как это... Вот потом посмотришь, короче, на записи, как это аккуратно выглядит, тварь. Меня, кстати, спать что-то поселяет. Сейчас скрипт будет, потому что... У меня красный ХП. Боже мой, да, всем насрать, у меня новый уровень. Кстати, уровни, да, повышаются. Стой, лысый, очень подожди. Дай я уровень повышу. О, дай пепси выпить, мразь. Итак, что будем качать? Выживание качаешь, чтобы сундуки открывать, мразь. Окей. Вероятность найти повышенное оружие. И что еще прокачать? Так. Пианмастер мне не нужно. Во, вот это. Глубокие карманы. И все. У меня больше нету этих. Я самодельный самопал нашел. О, сейчас скрипт будет. А, ну, то есть не скрипт, а заставка небольшая. Открываем. И такой этот петух. На. Кого-то избивает. Труп. Что он делает, интересно? Встает, он очень злой. Текстурка у него какая-то тупая, если честно. Текстурка, ты графа дрочер? Нет, но все же. Итак, он выходит. Стой! Он такой, слышь. Отойди! Он, кстати, убивает там, ну, с пару ударов вроде бы. Итак. Итак, кто-то косой просто. Я еще и обвел. Он, кстати, с одного удара, ну, валит на землю. Это петух. Это типа громила, поэтому он такой крутой. Смотри, такой. На, тварь! Тут я падаю. Дебила, кусок, у меня одно ХП. Я горю, я сдох. Маты. А нет, у меня 0 хп. Я сдох, еман ты! Мразь. Пошел. Как ты его убил? Взял, кинул в бочку, ты вообще этим не пользуешься, дурак. Да. Так можно палкой взорвать бочку, объясни мне. Я не знаю, ХП, кидаешь, и она взрывает. Я в реальной жизни почему-то так не работаю. Да отойди ты, лысая тварь, негрская, отродье. Ооо, ты все-таки ты расист. Нет, я не расист, это просто... Ты негр. А ты видал, что у меня есть? У меня есть бейсбольная бита, ёпта, с гвоздями, ёпта. В каком смысле? Когда ты её... Где ты её взял? Ты дурак? Я же тебе сказал, ты чё на верстаке ничего не делаешь? Так ты... у меня нету... У меня не хватает там чего-то там. Этого. Дурак? Я гвозди нашёл на этом. Где? На... Где мужика, помнишь, спасали около машины? У меня не было. Раз. Так потому что я их поднял, да? Лысая вот. Тварь. О, смотри! Лол. Ля-ля-ля, слышь, смотри. Да я вижу, это не баг, так и должен быть, чувак. Да? Вот он, да? Он так идет ручками. Это, кстати, такой прикол с курицей работает. Если ей на ходу башку отрезать, то как бы тело продолжает двигаться. Еще мозг не понимает. Ты пробовал, да? О, смотри. Опять идет мужик. И падает. У тебя, кстати, еще гвоздей нету? Если бы. Да мразь! О, смотри, опять. Уи, сейчас в стенку. На, мразь! Сноги. О, пепси. По башке. Я купил пепси. По башке с ноги, короче. Слышишь? Где логика? Не проще уронить автомат с пепси и все оттуда достать? Открыть достижение, найти из всех. Не знаю, что это говно. Это ты.
Так, электронный хлам всякий. О, в мусорке поковыряться надо обязательно, изолента. Поковыряться в мусорке. Не, просто. Ну что, похоже на бомжей? Батарея, в мусорке батарею нашел. Кто батарею выкинул? Какой дебил. О! Смотри сейчас на небо, как поднимешься. Удерживайся. Да тварь, давай! Открывай его. Он так долго открывает. О, смотри вон туда, куда я смотрю. Самолет. А кстати, его можно найти потом? Его, да, он же. Спалил, сказал, ну ладно. Короче, я уже проспойлерил. Он в джунглях валяется, и там никого нет. What the fuck? Фигай, тут пати хард, пацану. Не мешай. Слышишь? Как в матрице. Не убивай там последний, тварь. Я подобрал мясо. Мясо замокать пойдешь? Смотри, Сима, не трогай его! А кто ты спрыгнул? Я сверху. На лестницу залез. А, ну ладно. Зомбаков, зомбаки закончились. Мразь, да пошел ты! Кто тебя там не везет? Я хотя забыл. На, мразь, сядь, отдохни. Ой, сейчас этот петух со своей шайкой. Я знал, что вы творите. Эй, народ. Еще ждем, смотрим. Это типа наше теперь укрытие, да? Ну да. Новое. Петухи такие на машине приезжают. Откуда они взяли машину? У них же не было это машины. Она стояла там. А нам заставят ее чинить, да, какую-то новую, другую? Без палева. Lifeguard. Знаешь, как переводится? Как? Солдаты жизни, во! Мега английский. Молодцы, парни. Молодцы, парни. Пофиг, что мы тут полуострова уже перерезали. Я чуть-чуть. Так, что прибрал. Тут у нас? Зажигалка. Зажигалка. Пошли курить. Пошли. Кстати, зачем она вообще нужна? Да там... Дима, зачем нужна зажигалка? Какие-нибудь бомбы делать? Логично же. Я пока все починю. Самодельные... Так, создать. Мне не хватает на мод гвозди. На гвоздь. Мне нужны гвозди, чтобы взять мод гвозди. Победитель по жизни, Дима. Почему лысая? Этой малышке нужны новые свечи. Новые свечи. Она никуда не поедет. Окей, да. А жаль. Да-да-да, молодец, все, молодец, да, окей. Можешь на меня положиться. Дима, мастер. Слушай, он типа сказал нам, короче, нужно починить машину, поэтому нам не нужны новые детали. Типа, окей, да, ну ладно, мы принесем, типа, починим машину, будем ездить на ней. Так, рон-дон-дон. Вот так вот будем, наверх. Артём Ган. Опа, Дима, дно. Так. Ладно, мы не будем нести бред. Постараемся. По крайней мере, Дима, дурак. Пошел в жопу. Ой, я молоток поничал. Обкуренная тварь. Молоток. Опа, опасная. О, слышь, тут доктор. Помогите Джеку пробраться в лазарет. Теперь рассчитывать. Да пошел ты? Ладно, ладно, как я могу открыть? Слышишь? Сейчас мега ганг станига ломать. Я первый. Брась! Ладно, давай, давай, ты первый. Итак. Итак. Тварь, я хочу слона удар просто сломать ее. Да, и достижение, кстати, получше. Тварь, не получилось. Тварь! Тварь! Ты виноват в этом! Ты! Ты виноват! Тут еще девушка так-то. Куча более. Я ее зарежу. Она тоже негр. Поэтому ее надо зарезать. Какой ужас! Здесь ничего нет! Нужны медикаменты! Надо все квесты. Знаешь, кстати, мы забыли сказать, что мы будем проходить все задания. Постараемся пройти все задания. Потому что этот. Потому что лысый кот. Можно. Если проходить по фасу, то здесь можно где-то за день пройти. Этот сон. Ну да. Вот. Ну, мы хотим подольше его. Проходить. Там, кстати, наверху еще дебил. Так. У меня, кстати, деньги дал петух. Да-да-да, молодец. Так, молоток он мне дал. Сейчас самое вонючее оружие буду расходовать. Отойди, да лысая тварь. Негрская. Подожди, отойди. Я трубу беру в руку. Ты даст? А у кого взять квест еще? Да вон и стоит. Где? А. Привет, пока. Отправляйтесь к моему ку и принесите оттуда усилитель Пети. Смотри, какая у него бородка. Низкополигональная, да?
Слышишь? Че? Короче, давай, матрица. Ой, лагает. Смотри на меня! Смотри, ёпта. Хо! Хо! О, тут сундук, лол. Да, и он закрыт. Окей. Дима, да у тебя так не получится. Окей. Смотри. Хо! Мега багер 2000, нот текстур. Хо! Тварь! Как я теперь попробую... А как теперь мы отсюда выберемся? Да ты лох, потому что, смотри. Да уйди ты. Еще текстуры свои меня толкают, говнюк. Пошли. Прикинь, у меня перс назад прыгает, дурак, вонючий. А, все, вылез с него. Удерживайте, а. Типа, чтобы подобрать детали машины. Вот. Мы подобрали детали машины. Надо... Осталось еще две или три там. Ты где, лысая? Я все вылезаю до сих пор. У меня же запуха... Ладно, я пошел, короче, пока. Подсказки можно посмотреть. Минут дополнительно. Потому что... все потому, что ты лысый кот. Зомби сидит. Помогите, Дима, лох! У меня клавиша не работает. Помоги, блин, меня сзади едят, дурак. Ну, меня тоже тут едят. Да ты... гениально, осёл. Чё там? Я лаганула сейчас только что. Резко. Ха! На, ты чё, тварь? Ах ты, тварь! Меня повалили. На скамейку. Зомби такой, ляг, подожди. Я детали машины на свете, что не было. Пошли. Лысая тварь. Чё так долго вздыхает, тварь? На, мразь, суки тебе! Ну, знаешь, как это красиво выглядит? Ты такой с ним лежишь, бам, в лицо! Справа. Пошли, слышишь? У него, кстати, голова в текстурке застрял. Ты достал. Я сейчас тебя бочонком говном кину. Мужик, лови. Слышишь, сейчас я палкой опять зару. Ну, не, ну это бред. Почему битой шипами-то уж реально взорвать? Так, сейчас на машину залезай, я тебе отвечаю. Лучший способ залезать на машину сразу. Подожди, тут надо детали забрать. Да, давай, бери детали, да. У меня тут небольшой пати-хард, ты не против, нет? А у меня все сломалось. Кроме весла. На, мразь, на! Ты видишь, что тут у меня? Все, сломалось. Я вообще зомби. На тебе, тварь. Перелом ему с руки по башке, негр опять. Одни негры. Что? Не, ничего, я тут просто вырезал всех. Так, не, фигня. Так, тут оооо. Так, ну. Что? Кстати, куда мы вообще идем? Туалет. Так, умри. Мы идем по квестам. Объясню. О, я алкоголь нашел. Так. Сундучок, палка. Палка хрупкая, она мне понадобится. По-любому. У меня нет вообще оружия. Все сломано. Лаганула тварь. Лагает. Все отлагало. Так, слышишь, я дверь ломаю, смотри на меня. Маста про. Ха, на раз. Как батя. У меня так первый раз вообще не получается. Тварь, лагает. Да лысая. Фу, девка лежит. Живая. Тут девочка Мишутку попросит. Самый том, дебильный. Том. Смотри, вот эта дура хочет Мишутку, чтобы мы найти. Усохла. Усохла? Буквально пару глотков. Буквально пару глотков. У меня голова кружится и тошнит. И сердце вот-вот выскочит. Если вы принесете... Да, хорошо, мразь. Однозначно. Слышишь? Тут какая-то история бабушка. Игрушка. Слышишь, тут бабушка какая-то просит Мишутку. Мишка защитит меня. Ему ей. Мишка понял? Защитит меня. Конечно! Нашли воду? С удовольствием. Я только воду... А это живая или нет? Кто? Да, живая. Хватит ее бить, я слышу. Мышки ты ее лупишь. Пошли! Ты достал! Тупить. А почему она... Ой, что-то потому что ты дурак. Мразь! Вот сейчас в натуре обосрался. Что я это? Иду... По кустам эта дура откуда-то вылезла из жопы. А я этот, ну, не пойму, куда идти. А. О, боже, как. Хочешь прикол? Зомби зашел в кусты и исчез. Это как путь в никуда.
просто заходит и спавнится вот этот. О, привет. Чё, лёг? А мне придется кулаками всё развивать. Чё, закончилось оружие? Угу. Димка, Димка. У меня Хотя, сейчас, кстати, подожди. Я ж тебе могу метлу мега дать. А, так у меня есть, подожди, у меня тут оказывается. У меня ещё нож есть, но я вообще нож выкинул в окно. О, слышишь? Зомби бьёт. А. Так, консервы, всякое говно, алкоголь. Ну, мразь. Тихо! Не знаю, слышит ли меня кто-нибудь, но если слышит, то я совсем один в бункере на мысе. Пожалуйста, мне нужна помощь. Что, дебил? Да пошел ты! Вон! Флаг. Кстати, советую купить вам эту игру в Стиме. Она довольно-таки хорошая. Стоит не очень-то дорого. 300 рублей, по-моему, да? Да. А нет, подожди, в Стиме она стоит... Ты мне не хочешь помочь? Нет? Стиме она стоит, кстати, дорого. Советую купить где-нибудь, не знаю, на Стимбае. Да, меня едят, ну ладно. А я отрубил ему голову, ну ладно. Но он меня все равно продолжал есть. Ок, да? Шли. Ну иди так, тварь, я в текстуру врезался. Так куда мы идем? Мы идем сдавать квест на машину, чтобы получить машину побыстрее. И я покажу вам мастер-класс вождения. Может, я поведу? Я первый. Я снимаю, значит, я веду. Логика! От бога. А тебе не кажется, что это слишком много для первой части? Сколько мы уже снимаем? Ну да, в принципе. Сколько мы снимаем? Можно... Я не знаю. Чем раньше ты найдешь, ну, то, что мне давай нужно, еще чуть-чуть поснимаем. Да, все очень хорошо. Отличная работа, да, все очень. А теперь надо сначала там, не знаю, выполнить что-нибудь еще, и потом мы починим машину, тварь. Да, побегать. Короче, сейчас мы выполним еще один квест, да, Артем? И закончим. Да. Может быть, даже две части запишем сегодня. Смотрим. Так, молоток. Опасное. Мне не хватает ни на чё. А у меня на все хватает. Да, у меня почти бейсбольная бита сломалась. А починить у меня на ней... У меня знаешь, сколько денег? Ну. Блин, тут какой-то дефицит с деньгами. Тут понятно. Что понятно? То, что высоко. Ладно, пошли еще чуть-чуть повыполняем и... Стоп, какой сейчас квест? Я не знаю. Шестер. Какой будем выполнять? Давай, говори, я отмечу. О, сумка. А, сумка жизни как раз сдать можно. Кстати, да. Ты. У меня какой-то ветер вонючий, кот опять бегает. Но я этого не слышу. Черт, ну, о, ну, черт, ну как же я крут. А я до сих пор его поднять не могу. Чё это за бред? Лохче. Так, какая-то девка лежит. Кстати, потом она пропадет и будет... ну, сам звук кашель. А ее там не будет. Прикольно, да? Так. Да хватит! Что? Да ветер. Где? Думаю. Пошли! Так, какие сейчас квесты? Так. Ты так у меня вообще телепортировался, по-моему, или мне показалось? Карта. О, какая карта, блин. Задание. Так. Чё ты смотришь? Лол, моя нога проходит сквозь его текстурку. Найман, мразь тебе. Если он так быстро выдыхается. Ой-ой-ой, еще и лагает. Алло. Алё, что случилось? Я не знаю, это какой-то лаг с скайпом был или что-то еще. Блин. Я надеюсь, меня зрители просят. Ну, я не знаю, это не у меня. Я посмотрел, у меня все норм. Скайп. Чё ты телепортируешься, тварь? Ты дурак? Ну, по карте. Сейчас, подожди. А, по карте, ну, понятно, ясно, понятно. Так, задание, давай посмотрим. Моя прелесть. Моя поищите прелесть. Консьержа по имени Уильям. С удовольствием, прям... Поговорите с Майком, пепел к пеплу. Ну, так чё? Жёсткий квест. Давай вот выполним вот этот пепел к пеплу и закончим. Ну, вот а, я помню, кстати. Правда, туда вообще... Может, ты приостановишь запись, и мы перезайдем, потому что машина заспавнится. Пешком туда нереально, я не хочу сюда. А может быть, просто все на эту часть? Типа, все?
Ну, в принципе, да. Тогда давайте закончим вот на этом красивом виде. Не у трупа. На этом красивом виде. Да, отлично. На вот этом. Да. И стоящим негре. С убогими текстурками. И стоящим негре на текстурах. Ладно, всем пока. Лох сдох. Ладно, спасибо всем, кто смотрел. Негр лох. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите дальнейшее прохождение. Он опять сдох. Или он не сдох? Чисто. Ладно, всем пока. Удачи. Смотрите дальше, короче. Все.